уже разбудила без 10:06. Я сейчас оделась, буду вязать петрушку. Так, сегодня у нас вот Григорий так занимается компотом яблочным. Сам намыл яблочек. О, цветочек. Покажи. Да. Ой. А теперь? Ты у Гриши нарвал щавель? Гешка у тебя нарвал щавель. Будем делать компот. Вот этой штукой из Икеи очень хорошо, да, сына? Мне нравится. Взял, поставил. Нажал, готово. Готово, да? И не обязательно прям вот это, чтобы она одетая была. Можно просто такой поднять. Не, ну главное в круг попасть, чтобы вот эту серединку выкинуть, да? И все, и вот это вот яблоки для компота у нас. А это в мусорное ведро, да? Все, Гришенька сейчас все яблоки перережет. А все это почему? Потому что Грише захотелось роллов. Буду зарабатывать. Да, поможет маме, мама ему закажет, да? Он там выбрал уже. Это грибной. Что-то грибное, да? Ну да, вегетарианское, так себе скажу. О, так даже быстрее. Ну да. Мы щавель накосили у Григория на огороде. До ровного счета нам надо сколько? 2 пучка даже. 4. А, ну 4 же, это же еще это. А я обедал. Ты уже не будешь обедать? Нет. Когда мы с папой будем, да? Папа, они уже покушали. Башка с Дежкой обедали у нас? Ой, Афоня врезался. Все, делайте массаж. Бутерброд папе делайте. Сегодня же день гамбургера, пап. Давай гамбургеры сегодня на ужин. Давай. Зань, ты мне говоришь? Давай. Я тебе даю разрешение сделать гамбургер. Празднуй. Празднуй день гамбургера. Да, вот он уже тяжелый. А то я боюсь, я потом так буду делать. Танцевать, да, на папе? Все, потихоньку, Антош, вот так, да, потихонечку. Раз, два, три, четыре. Все, папа? Все, мама. Так, у нас уже 5 часов, сижу, я сейчас поехал за фаршем индейки. Я хочу гамбургеров, не зря же сегодня день гамбургера. Я сейчас буду готовить ужин, а ужин у нас гамбургеры. Буду использовать то, что уже лежит, надо уже куда-то ездить. Здесь для шаурмы, ну, в общем, гамбургер, я думаю, не хуже шаурмы. Нарезала тут лука, вот эта верхняя часть для соуса. Нижняя для мяса. Что мне здесь рассказывает? Фарш индейки, лук, пол огромный луковиц, то есть лука тут прям много, вот эти вот специи из кнора для шаурмы. Так, что здесь еще? Соус уже сделала. Так, люля-ля-ля, иди гуляй, сейчас приготовлю кушать, позову. Так, булки продаются только по 4 штуки, так что купили 2 набора. Вот, салатные листья будут, помидорки домашние. В общем, сейчас еще что-то придумаю, что еще. Компотика тебе? Сам нальешь? Да. Сейчас. Так, жарятся уже мои на вот этой вот сковородке гриль. Котлетки. 4 котлетки поместилось, я их просто в ладошке. Я, в общем, взяла сразу весь фарш. Здесь у меня было 0,5 килограмма фарша индейки. Разделила его на такие 5 этих кружочков, мячиков. Потом подсолнечным маслом смазала руки. И просто начала, чтобы фарш не лип, лепешечку делать. Все это сейчас обжарится. И будем продолжать. Вот, булочки. Котлетки, кстати, все уже пожарились. Посмотрите, какие они красивые. Вот я фарш, кстати, немножечко водички добавила, чтобы он был как бы посочнее, не такой сухой. Вот, здесь у меня 5 булочек, сейчас их все вот так вот, то есть это 1 булочка, это 2. То есть я их еще, они очень были пышные, я вот, видите, серединку вот просто вырезала. Просто мы это поедим как хлеб, даже их в тостере можно поджарить. Вот, еще 3 булки осталось. Соус ждет, салатные листья намыла, помидоры, будет сыр. Сижу, не намажу еще булочки и горчицей. Либо саму котлету горчицей, он любит с горчицей. И огурчики сейчас еще нарежу. Классная эта середина. Я ее прошла.
Тебя поддержать? Не надо, не надо. Давай, давай, давай. Вот ты сейчас на середине. Не лезь. Это же в чем и прикол, она же пружинит. Да Шуля, по очереди. Так что, я могу... Иди, я тоже. Если не уверен, то спускайся. Или руками себе помогай. Гриш, не лезь, пока он не спит. Не, я упаду потом. Тебе помочь? Не надо, мам. Так, ну что, день гамбургера удался. Сейчас будем пробовать всю эту вкусноту. Я вам тогда уже расскажу по поводу этой приправы Knorr. Потому что в котлетах она должна чувствоваться. И какая она, противная, не противная. В общем, будет все интересно. И мне тоже. Сейчас буду звать своих мужчин, которые там развлекаются на папиной... Но на папином аттракционе буду их кормить. Так, ну что? Главное разложить наши сижуни с горчицей. Вот это вот мой гамбургер. Вот это вот сижуни. Потому что горчицу дети не будут есть. Все остальное все детям разложу. Все, Луна. Молодая, ну вчера был, по-моему, первая. Переодену, потому что мне так жарко в этом. Давай, ух и яблочки. Давай сразу иди. Может, побреешься сразу? А? Полотенце? А вот, еще не высохло? Сейчас тогда принесу. А ты куда? Блин, я балдею от этих яблок. Так, дети, давайте чуть-чуть. Ой, гля, уже расцвели эти. Вернее, загорелись мои фонарики. Блин, ну они прикольные, да? Угу. Не знаю, главное, видишь, долговечные. Ну вот сколько уже, да? Несмотря на то, что с Китая. И тонюсенькие, да? Руша наша обломилась. Гля, она прям как раз весь ствол верхушка, да? Вообще, как жалко, а тут столько грушек. Может, их уже сорвать? А что ты или себе? Ты думаешь, что они успеют поспеть? Или нет? Ну, надо смотреть, если не начнет, может, на коре. Ну, что ты, попробовать закатать целиком, конечно. Ну, как у тебя дубовые, помнишь? Попробуй, почему бы и нет. Ну, это надо будет завтра детям сказать. Да дубовые они еще. Они тогда были большие и мягкие в том году. Может, закатать, может, нет. Тверденькие. Помнишь, как я закатывала, как ананасики? Ну, тоже зеленые были. Ну, да. Гришина кукуруза. Что тут у него? Качанчики-то есть вроде бы. Ну, она будет хорошая. Вот тут вот волосюхи эти. Куклы. Мы раньше их так называли, и у дедушки их просили, чтобы играть, чтобы сорвать и играть с этими куклами. А уж домашние гамбургеры есть очень сложно. Они не сплющиваются. Вот так вот. Как это обычно можно делать в Макдональдсе или где-нибудь. Они бах, их сплюснул, и они стали тоненькими. А эти, конечно, не сплющиваются. Я не знаю, котик. Ты ее уже, наверное, съел. Что такое за кабанчики мои? Гамбургеры. Гамбургеры? Два гамбургера? Ой, у меня больше ничего не влезет. Так, все, мы все помылись в летнем душе. Блин, там вода вообще настолько даже горячая. Хотелось бы ее похолоднее сделать. Дети уже пошли спать. Я сейчас пошла за компьютер и потом тоже отдыхать. Все, всем до завтра. Пока. Think I'm crying on my own.